В далекий край товарищ улетает, проданные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Эх, хорошо. Солнышко немножко спряталось, прохладненько. Чайки плодятся, гнездятся. В общем, жизнь хороша, когда живешь не спеша. Вот, лебедь плавает, весла сушит. Сушит весла. Одинокий лебедь. Так, что там, рыбка духлая? Так, что там, хищник опять запрятался? Опять хищник тут запрятался. Ну, еще солнца нету, особо не просохло с утра. Поэтому довольно спокойно. Можно разглядеть поподробнее. Ну вот, дождь все обещали, обещали, и не было. Сегодня нарисовано солнышко, и дождь пошел. Так вот синоптики путают людей. Рядом озеро, они тут в луже балуются. Ворона пьет, там кто-то купается. Вот как, попугай какой-то. Вот как плещется. Там подальше, там где-то уточки. Вот они, с утятами. Ну, тут привыкли, что люди ходят, сильно не боятся. Как нам уже. Так, а там хохлатая с утятами. Ты совсем маленький. Вот это жучара. Это, по-моему, который пищит. Если его взять... Эй, пищит. Что? Или это не этот пескун? Ты пищишь или не ты пищишь? Может, и не этот, но похоже. Держать немножко надо. Ну ладно, не буду его сильно тут мучить. Такой крупный красавец. Так, я ее не ловил, она сама на меня напала.
хочет, наверное, в меня личинкой отложить. Это какие тут цветочки распускаются. Наверное, что-то полезное. Какая-нибудь белладонна.